Даже сегодня я слушала, Сатья Наделла выступала, я сегодня слушала, они говорили о стратегии на следующий финансовый год, и первое, что он сказал, что люди не уходят с работы, люди не бросают любовь, люди уходят от плохого начальства, и поэтому фокус должен быть на то, что мы должны строить компанию, где люди хотят работать, потому что они начальство, прекрасное начальство, которое стоит за ними спиной, которое их поддерживает, которое заинтересовано в их целях, рабочих целях, личных целях, которые знают их и которые доверяют им. И это то, что меня берет здесь.